Нет, не-не-не, не кидаем. Приносим сейчас. Складываем мячики. Аккуратно. Кушать можно? Нет, кушать нельзя. Можно попить водички. Это вниз, вниз. Не-не-не, вниз. А почему нельзя покушать? Кушать попозже. Давай сюда. Мячики маленькие наверх. Большие вниз. Эти вот, не-не-не, эти вот здесь. Да, иди возьми вот стаканчик. Только много не пей. Ты пить хочешь? Держи. Попил? Молодец. Thank you.
Вы все знаете, что дзюдо, как это симпатично делается. Так, что дзюдо учит взаимодействовать. Учит взаимодействовать одного человека с другим посредством там, контакта там, за кимоно, когда идет отработка техники приемов и так далее. И научиться взаимодействовать. Вот, допустим, мы бы не смогли с Александром 5 часов друг другу бросать, если бы не умели взаимодействовать. Когда надо поддержать. Не так сильно шарахнуть, чтобы потом я не стал, да, а так бросить, чтобы и красиво было, в то же время я не расшибся. И наоборот я. То есть это взаимодействие учит. Да? Теперь, смотрите, показываю упражнение для того, чтобы мы выработали это взаимодействие. Ну, родители, может быть, с ребенком, а ребенок с другим ребенком и так далее. Смотрите. Расстояние начинается с небольшого. Ладошки, и мы друг на друга как бы падаем, немножко отталкиваемся. Падаем, отталкиваем. Получилось? Сделали немножко, несколько шагов назад. Опять. Взаимодействие и доверие. Опять сделали, можно опять назад шагнуть. Оттолкнуться. Опять можно. И можно так отходить столько, сколько у вас есть взаимодействия и доверия. Вот, допустим, сейчас посмотрим, как. Доверяет Александр мне, а я ему, или нет, да? О, Александр, доверяешь? Не совсем. Видите, уже время прошло, давно не виделись, уже нет такого доверия, да? Уже что-то страшно. Вот, понятно упражнение? Давайте попробуем. Взяли и... Нет, попробуйте с маленького расстояния, потом смотрите только так, чтобы вы должны выполнить. Никто не должен упасть. Это основной принцип. Выполняем таким образом, чтобы никто не упал. Давайте попробуем. Ну что, попробовали? Да. Мы останавливаемся, стоим на своих местах. Итак, то же самое упражнение на доверие и взаимодействие. Чувствую, как вы можете. Я тоже смотрю. Партнер, который спиной стоит, он должен ощущать, что сзади него. Стоп, смотри, смотри. Настоящая, как говорится, опора. Да? И поддержка. Доверяешь? Да. Да. Вот. И не опускаем. Можно все время дальше отходить. Подбородок лежат к себе, к груди обязательно. Если дети, ребенок с ребенком делает, то можете ручки просто в спину. Раз. И по чуть-чуть вот так смотреть, отходить. Вот так. Вот. Чтобы просто ребенок чувствовал ответственность перед партнером. А партнер, который падает, доверял полностью. Давай, пробуйте. Подбородок прижимай. Подбородок прижимай.
коленочки сесть. Вот так, чтобы лайк еще ниже. Давайте посмотрим. Так, это тоже задание на взаимодействие, только оно такое больше физическое, ну как бы здесь задействованы мышцы ног, рук, туловища и так далее, спины. Значит, смотрите, повернуться, можете попробовать там, так же с ребенком можно делать. Значит, руки взяли, если у кого пояс есть, можно за пояс себе взять. Вот, теперь мы одновременно мы вместе приседаем, садимся, ножки вытягиваем. А теперь подняться надо, не отпуская рук. Не отпуская рук. Да. Поехали. Да. О. Видите, мы договорились, взаимодействуем. И если будет левый трак и щука, да, допустим, вот я начинаю вставать, а Саша нет. Вот у нас, видите, что произошло. Теперь как, Александр? Нормально, да. Никак. Вот теперь как? Вот теперь даже не знаю, как подняться. И раз. Вот, а теперь взаимодействуем ножки. Раз, два, три. О! Видите, что творит? Никакого шишка, только ловких рук. Готовы? Пробуем. Я читаю.
Так. А сейчас мы будем выполнять задание, только не все сразу, потому что это выполнять задание стоя. Мы разделим там раз, два, три, четыре. По четыре пары будем выходить и будем меняться. Можно также с родителями попробовать. Так. Это задание. Задание следующее. Нет, вот здесь одна пара, вторая пара, третья пара, четвертая пара. Да, смотри, я просто объясняю. Объясни. Ленточка у нас сзади. Мы два варианта сделаем. Один раз ленточка будет сзади, второй раз ленточка будет спереди. Сейчас мы вешаем сзади. Вот. Значит, задача вытащить ленточку соперника сзади. Вытащить. Если партнер начинает вытаскивать ленточку, я не могу ее держать двумя руками вот так. Нет, ленточку, я не могу сам свою ленточку держать, понятно? Я могу только не давать ее взять. Но если партнер уже схватил ленточку, то держать или его руку, или саму ленточку уже нельзя. Вы уже как бы упустили. Начинаем мы каждое упражнение. Становимся ровно, весь поклон. Начинаем выполнять задание по команде КДЖВ. Когда команда Матея остановится, мы становимся. Нет. И так, все. Никаких бросков, приемов, там, не знаю, заломов и так далее делать нельзя. Задача, можно брать кимоно, можно поворачивать партнера. Там, наоборот, сверху, снизу, как вы играете. У вас цель это ленточка, а не рука партнера. Не руку отрываем, а ленточку вытаскиваем. Понятно? Ну что, давайте найдите себе партнеры, первые четыре пары выходим. Где вы здесь, девочки? Вот, я даю. Я даже только вам поезд нужен, вам поезд. Можно, пожалуйста, Иван, две завяжите поезд. Можно я с тобой? Можно я с тобой? Сейчас я даю. Нам поезд нужен для взрослого. Для взрослого поезд? Держите. Обижите несколько раз, и все. Папу мог несколько раз. Вот так, извините. Вот. У кого пояса нет, вот можете взять. Кто хочет. Так, ну что у нас получается? Или все сразу попробуем, в принципе? Значит, ребят, если вы будете аккуратны, то можно всем попробовать сразу. Чтобы не делить на группу. Можно аккуратно, только не бегать, а в своем как бы вот квадрате там можно аккуратно. Сидите по сторонам. Это тоже будет взаимодействие. Посмотрите слева, справа. Так, все ленточки нашли. Лучше в один раз. Аккуратненько делаем, чтобы никто никого не стукнул, особенно пара не столкнулась, и никто ни на кого не упал. Здесь просто броскинь, выполнять нельзя. Только вынять ленточку. Мы друг другу помогаем, отняв ленточку. Так, что я там немножко снимаю. Так, ровненько встали. Хорошо. Исходное положение у нас всегда вот так. Да. Настроились. Лей. Отжимай. Еще раз продолжить. Пойдем. Сам. Еще раз.
Еще одну пару для выполнения. Да. Нет. Давай, давай, давай.